Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свой заказ с сайта NewChic. Я уже много раз говорила, что мне действительно нравится качество вещей. И сегодня я как раз вам хочу показать одну вещь, которая уже у меня год как. Я достаточно часто ее носила. Соответственно, покажу, в каком она состоянии. Потому что, ну, состояние вещей действительно очень хорошее, и они очень хорошо все носятся. Также я оставлю вам внизу в инфобоксе все ссылки на все заказанные мною позиции и также промокод со скидкой 28% на товары, которые не находятся в разделе распродаж. Так что при заказе обязательно воспользуйтесь. Ну и давайте я вам покажу свой заказ. Девочки, ну вы посмотрите на это. Ну что это такое? Это я разложила, чтобы показать вам свой заказ. И что тут происходит? Вот это такое. Это кто это такое у меня? Это ты мой главный заказ? Скажи, конечно, главнее меня нет никого на свете. Ну вот как с тобой жить, а? Хотела девочкам показать, что я хорошего заказала. А ты? Скажи, лучше меня нет на свете. Я звезда, да? Звезда и все. В общем, как вы поняли, заказала я, ну, конечно же, не кота. Кота заказать, да? Заказала, девочки, я вот такой, как сказать, пальто вот такое, да. Оно на самом деле очень такое тоненькое. Я бы сказала, что это, ну вот для питерской погоды это летний вариант. То есть оно сделано не то чтобы не как флис, а вот, ну, такой достаточно тонкий материал, но достаточно тепленький. Правда, я вот в Питере, к сожалению, у нас уже такая погода, что его уже не поносишь, к моему сожалению. Но вот на какую-то прохладную погоду, на начало сентября, для меня это идеальная вещь. Мне очень понравилась вот эта расцветка. Она такая достаточно яркая, но мне очень-очень понравилась. Идет подкладка, я заказала размер М, я уже много раз вам советовала, что смотреть размерную сетку, она идет просто прямая, и вот здесь вот под хвостом вот такая вот пуговичка, и идут кармашки. Я сейчас примерю, покажу, как она смотрится на мне. Как примеряю пальто, я вставлю попозже, котик никак не хочет уходить, ему очень нравится вот это пальто, слушайте, прям лежит и лежит. Лежит и лежит. А я еще заказала вот такую юбку. Мне очень понравился вот этот валан. Я вообще люблю, кстати, вот такие юбки подобного плана. Они вот по качеству идет как хлопок. Я вот, кстати, отгладила. И отгладила не с изнанки, а с, ну, получается, с лицевой стороны. И зря надо было с изнанки такие вещи вообще гладиться с изнанки. Но я как всегда. В общем, идет здесь вот такая резиночка коричневого цвета. И вот такой вот валан. Тоже мне очень понравилось качество. И такие, то есть эта юбка такая очень-очень плотная. Вот даже зимой под какое-то длинное пальто с теплыми колготками будет отлично смотреться. Или осенью, весной, ну, вот этот вот валанчик такой, да, мне очень нравится, вообще люблю подобного плана юбочки, вот, так что такая юбка. И еще я заказала вот такой вот свитерок, котик пытается его поймать, тоже очень мне понравилась расцветка, он очень мягкий, нереальный. И, кстати, меня как-то просили показать вещи в процессе носки. То есть я говорю, что мне очень нравится сильно качество вещей с сайта NewChic. Я специально принесла вам показать свитерочек, который я заказывала в прошлом году, такого яблочного цвета. Это в прошлом году, то есть год назад. Я его в прошлом году зимой, в общем, под куртки, под с джинсами, я вот этот свитер проносила, я не знаю сколько времени. Посмотрите, у него даже катышек нету. То есть он в очень хорошем состоянии, но я и ухаживаю, соответственно, за вещами, да, то есть я стираю специальными средствами, то есть ни в коем случае не на 1000 оборотов, ничего подобного. Вот, то есть вот этот свитерок, это в прошлом году был заказан, и так как он мне очень нравился, он очень-очень мягкий, вот по ощущениям, как будто здесь есть кашемир. И я в этом году решила себе взять вот такой коричневый, уже вот с такими, то есть тот у меня был с косичками, а этот вот с такими, вот с таким, в общем, рисунком, да. Здесь вот такие косички на рукаве идут. И он по качеству точно такой же, как тот зеленый. Очень мягкий, воротничок, стоечка, все как я люблю. И даже отлично, мне кажется, подойдет к этой юбочке.
И также я заказала вот такую кофточку. Тоже люблю вот такие подобные вещи. Мне очень понравился именно вот этот вот ворот. Очень, мне кажется, симпатично смотрится. И вот эта вот штучка, да, она, видите, немножко как с блестками, с люрексом, да, это называется, или как правильно, да, сказать. А вот эта вот вещь, она не колется. Я боялась, что будет колоться, потому что еще под шейку он идет как раз. Но оказалось, нет. И он тоже такой, как хлопковый материал. То есть вот этот вот, он поплотнее и потеплее. Здесь, соответственно, вообще как будто как кашемир. Котея меня ловит. Вот. А этот, он уже такой тоненький, хлопковый. Ну, тоже имеет место быть, когда тепло. В общем, мне он очень понравился. И с джинсами, и с юбочкой будет очень-очень-очень симпатично. Ну что, будем все мерить. Будем мерить все. Вредина такая у меня. Так что, девочки, вещи мне очень нравятся. Вот этот, вот эти свитерочки, вот этот вот, и который в прошлом году я брала, тоже очень нравился. Просто мне, ну, я говорю, что мне очень нравится качество вещей, а мне многие пишут, что ну, покажите, как они выглядят. Вот я показываю, что действительно тоже в хорошем состоянии. Так что я очень-очень советую. Ну что, девочки, отобрала я пальто от своего кота. И самое интересное, что кошачья шерсть к нему практически не прилипла. Но я стирала с кондиционером, и несмотря на то, что пальто такое достаточно тоненькое, то есть ткань тоненькая, оно теплое. То есть оно... Ну, это все-таки летнее пальто. Ну, такое на прохладную погоду, может быть, 17-18 градусов. Вот такое примерно. Но мне безумно нравятся белые кеды. Какая-то белая футболка или кофта, или что-то в этом духе. Джинсы я синие одела. Вот это... Ну, это, знаете, это вот погода, когда вот вы обычно кардиган одеваете какой-то теплый. Вот на такую же погоду рассчитано вот этот вот, вот это пальто. Это моя любимая сумочка. Вот. Но у меня белой нету. Но мне кажется, белая сюда будет слишком уж, да, сумочка, так как, по крайней мере, я оделась. То есть кеды. Вот это вот пальто. Слушайте, оно мне безумно нравится. Вообще, я обалдею от него, честно словом признаюсь. Жалко, что сейчас уже у нас холодная погода. У нас уже там 0, плюс 1, плюс 3. Даже в некоторых местах в Санкт-Петербурге был снег. Так что уже да. Но вот я думаю, что весной я просто не буду вылезать. Потому что я очень люблю, ну, подобный, скажем так, стиль. Вот меня чаще всего можно увидеть вот так, несмотря на то, что я еще люблю всякие платья и тому подобное. Но чаще меня можно где-то встретить именно примерно вот в таком виде. То есть какая-то небольшая сумка, кеды, джинсы, футболка или кофта. И что-то накинуто сверху. Либо это кардиган, либо это... Что-то такое, мне кажется, вот такие даже серьги, которые у меня сейчас на мне одеты, да, очень сюда подойдут. Но образ действительно мне очень нравится, мне безумно нравится вот это пальто. Вот если бы оно было бы теплым, вот в такой расцветке, наверное, для меня было бы не очень. А вот оно такое, знаете, девочки, вот прям то, что нужно для меня. Сейчас я его застегну, вам покажу, как застегнуто. Ну, то есть оно просто вот такое прямое, это кот не дал вам показать. Просто, видите, прямой такой крой, и здесь вот идут два кармашка. Вот. Но пальто очень классное, мне безумно нравится. Даже вот в таком виде, не знаю, можно даже сюда, наверное, какой-то шарф, хотя я обычно чаще всего, да, я не ношу шарфы, хотя стараюсь себя приучить, потому что из-за этого простужаюсь часто. Вот. Но вот такой вариант, расстегнутый, мне кажется... Слушайте, мне вообще безумно нравится. Вот. Я люблю, когда что-то такое светленькое, яркое из верхней одежды. Вот. Так что классно. Пишите, как вам. Но я прям вот весну теперь буду ждать с нетерпением, чтобы поносить вот такой вот образ. Итак, девочки, вот свитерочек, который на мне. Мне очень нравится. Он очень приятный, мягкий, с воротничком стоечки. Я в последнее время очень люблю вот такие воротники. Мне безумно нравится. Мне кажется, это просто очень комфортно. В зимнюю погоду очень-очень классно такие вещи носить. Ну и, конечно, одела я сразу с юбкой. Юбка мне тоже нравится, вот этот воланчик. Жалко, темное не видно.
темная не видно, но она очень-очень тоже классно сидит. Вот этот воланчик снизу, мне кажется, можно и на, с ботинками, и с туфельками. Я сейчас вообще без всего, но я думаю, что суть понятна. Юбочка очень классная, очень комфортная. Ну, свитерок, конечно, я, наверное, скорее всего, больше буду носить с брюками какими-то, потому что зимой все-таки чаще хожу в брюках, если честно. Но и вот такой вариант с какими-то теплыми колготками, с сапожками, под длинное какое-то пальто, да, теплое, тоже, мне кажется, отличный будет вариант. Но вот эта кофточка, она нереально мягкая, очень приятная к телу, и такой цвет, не знаю, мне понравился. Хотя я не любитель таких цветов, но вот, мне кажется, очень даже неплохо смотрится все вместе. Так, ну что, кот на меня обиделся окончательно, девочки. Вот, вот эта кофточка. Конечно, сюда нужно белье без бретелек. Я сейчас просто их спустила, чтобы вам показать, а так нужно белье, кажется, какой-то без бретелек, наверное. Хотя, если будут здесь какие-то телесные, это не так будет заметно. Вот это идет шов, это не бретельки. Она кофточка, то есть не длинная. Нужно что-то с высокой талией. Ну, соответственно, это может быть какая-то юбка. Мне кажется, мои серьги сюда очень хорошо подходят. Ну, вот мне прям нравится, как с этими сережками смотрится. Вот, я делаю джинсы, потому что для меня привычнее с джинсами такие вещи носить. Вот, но мне кажется, очень так... Ну, неплохо смотрится, то есть, и рукава идут вот такие, то есть, это не три четверти, а короче, то есть, как такая вот футболочка, что ли, не знаю, как назвать, кофточка для меня, да, лично, вот. Но мне тоже нравится, что вот эта вещь, она не колется, потому что обычно вот такие штуки, они колятся, а здесь прямо она мягенькая, очень приятная, по шейке, вот это воротничок-стоечка. Ну, да, раньше у меня не было любви, раньше я любила такие вырезы, знаете, а сейчас наоборот, вот такое горлышко мне очень нравится. Ну, хотела сказать старею, да, уже главное, чтобы тепло было. Вот, так что вот такая вот с джинсами, мне кажется, отлично. Можно, мне кажется, с джинсовой юбкой какой-то или вообще с юбкой. Ну, из черной, из какой, из белой будет тоже отлично смотреться. Но, мне кажется, сережки мои сюда подходят очень, да? Так что вот такой вот у меня был заказ. Мне вещи очень нравятся. Особенно вот эта юбка и бежевая кофточка вообще потрясающая. Ну и вот это пальто, оно такое достаточно тоненькое. Я, конечно же, буду носить уже... весной, когда будет уже тепло, или вот летом в прохладную питерскую, питерское лето, как раз будет мне отлично. Так что не забывайте, что все ссылки я оставила внизу в инфобоксе, обязательно переходите, смотрите, ну а я на сегодня буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, промокод со скидкой тоже в инфобоксе, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, оставляйте свои комментарии, всех люблю, целую и до новых встреч!